Друзья, приветствуем вас в магазине Skybit. Наверное, это можно назвать обучающим роликом, хотя не знаю. Иногда приходят такие вопросы по типу, ну вот, как играть музыку на варгане, насколько это интуитивно, как вообще это формируется. Формируется это из разного, то есть мне легче всего формировать музыку из ритма, исходя из разных ритмических структур, но есть еще один способ. В нем, конечно, тоже есть ритм, но он как бы на задворках. Ритм там упрощается, но зато есть другая мысль, и ей легче поделиться. Этот стиль игры, он чем-то похож, наверное, на пение, на вокал, но такое пение в стиле отсебятина, то есть это не слова, а какая-то звуковысотность. Ну вот представьте, что вы, не знаю. Вот у меня есть бабушка, и когда я была маленькая, мы ходили по лесу, и она все время себе что-то напевала под нос, это бессловесно, просто там идем, она там что-то свое поет. Вот та же самая фишка, только я не пою, а управляю звуковысотностью варгана. Получается, ну вот, сейчас я попробую какую-нибудь отсебятину сделать и изобразить ее на варгане. Там, та-да-да-да-дам, пам, пам, та-да-да-да-да-дам, пам, там. Та-да-да-да-дам, пам, пам, та-да-да-да-дам, пау. Ну, такое подражание там или ля-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 
Ну и без ля-ля, это было для демонстрации. То есть у меня в этот момент в голове такое именно как бы псевдопение. Дын-дын-дын-дын-дын. Формирование любой отсебятины. Бой, если вы заметили, я вообще держу равномерный, просто бамс, бамс. А песня льется вокруг этого любая. Поэтому вот тоже попробуйте так, это очень... Это, наверное, самый простой способ, как объяснить, как формировать мелодии. Вот так вот. Через пропевание себе под нос. И вот эти идеи, траляляки, трулюлюки, ляляляки, они берутся либо из ниоткуда, либо это что-то похожее на чьи-то песенки там. Сейчас что-нибудь надо вспомнить. Какой-нибудь мотив любой. Как сложно вспомнить что-то любое. Ну, допустим, вот Цой кукушка, не знаю, почему вот прилетела там. Вот как пойдет в голове, так и пойдет. Ну, это не очень на варгане, конечно, похоже, но смысл в том, что я беру какую-то структурку и пытаюсь ее как бы произнести на варгане без речи. Все, и так можно миллион себе наигрышей создать, потом уже подключить ритмические знания, с боем поработать, с вот этими обертонами прицельно, чтобы они были более похожи на якобы игру нотами. Все, и вы свободны. Пробуйте петь себе под нос, а потом трансформировать это в игру на варгане. И опять, скорее всего, если эти видео будет смотреть человек, который совсем недавно начал играть, может возникнуть очень много вопросов. Например, вот я там что-то играла, там, та-да-да-да. А что это за та-да-да-да? Там очень много микроприемов используется. В этом видео у меня нету задачи их объяснять. Очень много из них объяснено на курсе, который мы записали как раз для того, чтобы закрывать максимальное количество вопросов, особенно для людей, которые только начали осваивать игру на варгане. Потому что игра на варгане имеет в себе несколько блоков, начиная от того, что делать с этим инструментом, как по нему бить, как управлять вот этой как раз звуковысотностью, которую я использую, якобы делая песенки. Вот, этим навыкам надо учиться отдельно, желательно учиться отдельно, и потом уже пробовать их использовать в своей игре. Так что если это вдруг
автоматически не получается, не пугайтесь, материалы есть, и если вы в них заинтересуетесь, то, в общем, можно перейти на сайт и посмотреть их. Амурку на варгане. Амурку? Напой мне, пожалуйста. На варгане сыграть мурку легче, чем на ханге, ребят. Все, на варган.